Tomba is living peacefully in the country when Zippo finds a mysterious letter addressed to Tomba. The letter says that Tomba's childhood friend Tabby has disappeared. As he read the letter, all he could think about was where she could be. Was she kidnapped? Is she safe? Determined to bring her back safely, Tomba jumps into the sea. And then... меня. В любом случае, что ты делаешь в воде? Ты напугал рыбу. Могу догадываться. По-моему, что-то горит. Нет. Томба, будь здесь, я пойду проверю. О нет! Огонь! Томба, смотри, тот дом горит. И, по-моему, кто-то есть внутри дома. Если мы поможем, будут жертвы. Это не исследованная территория. Прежде чем мы пойдем туда, возьми вот это. Это журнал, в котором ты будешь записывать все свои путешествия. Торопись, нам нужно бежать в дом, который горит. Ты можешь бежать быстрее, используя ускорение, и пользуясь потом кнопками влево и вправо.
Thank you.